Утро на пять по-прежнему наполнено музыкой. С нами Илья Черт, лидер группы «Пилот». Илья, вам слово. Ну, у меня главная новость, что в самом начале сентября выходит новая пластинка группы «Пилот» под названием «Изолятор», собственно. Как романтично. Романтично. Ну, можно что-то из старого. Я могу исполнить, да, довольно-таки старую песню, но самую веселую в нашем творчестве. Ждем. Мы готовы. Мы готовы, да. Давайте с аплодисментами. Да. Просим, просим. Песня пиратская. Присутствует много пиратов и один попугай. Теперь беда за нами следует повсюду, ногами шаркая, ломая костыли. Наш капитан сыскал неверную дорогу. Тупит наш корабль, дремлет на мели. Нам изменила красавица удача, и не бывало в трюме золота давно. На берег сходят крысы-ренегаты, а ржавый якорь украшает дно. Коль не была бы ты гордячкой, коль не была бы стервой ты, не предел бы любви горячкой, ромалы, не пил бы огненной воды. Подняв по ветру дивный парус, крюк абордажный и аркан, как в день последний наш корабль в атаку вел бы капитан. По что ты очи поволокой закрывала, по что ты юбкой вздорно по ветру влекала. Видать, на правду говорили наши предки, девица на борту к несчастью всегда. По что ты речи капитану заливала, улыбкой тронула сердечную струну, руками смуглыми за шею обнимала, винта хвостом дала, сбежала поутру. Коль не была бы ты гордячкой, коль не была бы стервой ты, не предал бы любви горячкой, не пил бы огненной воды. Подняв по ветру дивный парус, крюк абордажный и аркан, как в день последний наш корабль в атаку вел бы капитан. Пираты сыщут тебя по белосвету, с петлей на шее на мостик приведут, за похоть лживую, изменчивую, злую, нары вздернут и ромом помянуть. Чтоб сердце храброго ты ложью не манила, любовь не карты, шулерить здесь не к лицу. Медведя в студию! И на грот-мачту взлетит веселый Роджер, залежит море сердечное ранение молодцу. Коль не была бы ты гордячкою, коль не была бы стервой ты, не бредил бы любви горячкой, ромалы, не пил бы огненной воды. Подняв по ветру дивный парус, крюк абордажный и аркан, как в день последний наш корабль. Лучший флибустьер 21 века здесь с нами, Илья Черт. Спасибо огромное. Благодарю. Ровно через 19 мгновений, каждой длиной в минуту, мы снова увидимся.